И еще на коммунальную тему. 1 июня начнут действовать новые нормативы на УДН. Сегодня их согласовал Общественный совет при Рекомской области. Принцип заложен расчетный. Количество потребляемой жильцами электроэнергии будет зависеть от перечня устройств и оборудования, установленных в доме. Лампы, домофон, лифт, пожарная сигнализация. Нормативы на воду и водоотведение рассчитают в зависимости от степени благоустройства и этажности жилья. По воде, по водоотведению мы сегодня приняли решение очень хорошее. Снижение идет значительно, практически в два раза. По электроэнергии спорный вопрос. Снижаются нормативы, и они снижаются по домам значительно, в 2,5-3 раза. А вот по гостиницам, там на самом деле много все-таки на одного жителя тратится электроэнергии по общежитиям, гостиницам, что там общедомовые нужды, они на самом деле большие.